Урожай 2014. В Саратове подвели итоги ежегодного областного конкурса среди студентов и рабочей молодежи, занятых на сельскохозяйственных работах. Подобные мероприятия проводятся региональными министерствами для приобщения молодежи к сельскохозяйственному труду. Все претенденты на победу принимали участие в уборочных работах этого года и, по словам организаторов, проявили себя с самой лучшей стороны. Вашими руками сегодня создается надежный задел продовольственной безопасности Саратовской области. Мы способны себя обеспечить экологически чистыми овощами и фруктами, качественными молочными продуктами, разнообразными мясными изделиями. Главное, чтобы труд на земле привлекал молодежь, создавал семейные династии, пользовался почетом и уважением, как это всегда было на Руси. Сохранение традиций во многом зависит от вас. В ходе конкурса были определены 22 победителя по 8 номинациям. Всего же в нем приняли участие свыше 6 тысяч человек. Победителей наградили в здании Аграрного университета. По словам организаторов, определить лучших было очень нелегко, потому что каждый из участников достоин быть в числе победителей. Для нас, конечно, очень важно работать с сельской молодежью, именно тех ребят, которые приняли для себя решение работать в своем родном крае. В этом году в 12 раз проходит конкурс «Урожай». Конкурс мы проводим совместно с Министерством сельского хозяйства. И, надо сказать, из года в год увеличивается количество участников этого конкурса. В этом году приняло 6,5 тысяч ребят.